начинаем новую игру. Опа, Петро Брас оф Маркос. Б Маркос, точнее. Да, я не заметил, что это Б, а не оф. Это симулятор, первый симулятор у нас, который есть, и сейчас я буду пытаться его проходить. Во-первых, хочу сразу сказать то, что я настройки настроил как у чувака круто на ютюбе, вот, только единственное, что я тут по-другому сделал. У него там было почти все вырублено, я так вряд ли смогу. И я бы еще автошифтинг, возможно, вырубил бы. Вот. Ну, типа автоматическая коробка передач, потому что все-таки симулятор. Если бы это не симулятор, то, естественно, я бы играл на ручной. Ой, на автоматической. А тут надо как бы настроить на... На правильные настройки, более-менее хотя бы. Вообще, я не играл, наверное. Симулятор до этого прям такие, прям симулятор. Кто это? А, он единственный. Игра бесплатная, если чё. Так, я, наверное, знаешь, что возьму? Я хочу... Да, я хочу как раз Mitsubishi. Посмотри, какие есть. Нифига, нули. Бордик. Я подключил себе руль. Вот, пожалуйста. У меня говно руль, но попробуем. Он вроде работает нормально. Здесь еще здесь нет коробки передач такой, ну, типа, механическая считается. Тут есть лепестки и маленькая такая коробочка. Вот. Не знаю, давайте красненькую возьму. Красненькую, все. Ой, так, что это значит? Так, рейстайм. А тут вот я ставлю 15 кругов. Что? Он не выставляется. А, вот, выставился. Какого хера? Или 12, давайте, ни туда, ни сюда. Просто оно может не попасть. Расход топлива это, да? Вот это расход шин, это расход топлива. Это полное. А ну пускай нормально будет. iDrivers. И сколько максимум? Силы поставлю на 70. Хотя, блин, давайте 80, что-то у нас слишком маленькое. Уж не знаю, сколько у противников, видимо. Дамага. Дамага пускай максимальная будет. Какая разница? А, типа ночью. Давайте дефолт. Рейс тайм, главное, чтобы успеть все проехать, но тут ничего не стоит. Ну и ладно тогда, готово. Я даже не понял, как я пытался играть, я не понял, как запускать игру. Тарума. Тут, кстати, не очень много трасс, 8 штук, что ли, то есть мы довольно быстро можем ее пройти, поэтому я столько кругов поставил. Добивать сезон мы не будем, мы должны победить в нем. Если побеждаем, то проходим игру, как бы, если не побеждаем, то все. Играем еще раз. Вот, такие дела. Там, по-моему, вообще мало кто и проходил на русском ютюбе, я посмотрел. Там два обзора есть, и один чел какой-то рассказывает еще тоже они. Вот такая вот игра. Будет, конечно, непривычно мне с коробкой. Pitlane Speed Demeter. Вот я и говорю, я не понял, про что я запускал. Ты
Я нажал треугольник. Это означает, ничего не понял. Ну, у меня... Что это? Она не хочет ехать. Вот у меня ни одна кнопка теперь не работает. Почему 20 кругов? Но она не едет. Ни одна кнопка ничего не делает. А, я нашел переключение передач, что ли? Один, два, четыре, три. Что это такое вообще? Зачем сюда нажать кнопку? Пиздос. Все ездят, я не могу ничего делать. Я в ахуе. Чему так-то? Какая разница-то? Вот она, видите, отвечает. Оп, вот газ. Он работает. Вот тормоз. Все работает. Погнали. Попробуем еще несколько кружочков проехать. Попробуем. Ну, в принципе, я смотрю, время улучшать нет смысла. Давайте погнали так. Также еще хочу сказать, мы, наверное, попробуем сложность поднять в следующей гонке, то есть в следующей серии. Это что такое? Еще одна квалификация? Вармап. Класс 1. А, класс как-то поделили, да? Давайте проедем. Тут тоже время сделаем какой-нибудь. Где педали мои? А, я подвинул как-то. Я прихуярил руль в кончик к столу. Уж не знаю, что это даст. Мне как бы, блин, с топливом там, чтобы адекватно все платило, потому что пока что... Пока что вообще газовать, наверное, не стоит. Первый круг все-таки едем. Вот на втором мы разгонимся, попробуем показать время какое-то. Проедем мы первую трассу, наверное, сегодня. Нас это напоминает, наверное, еще скорость, на какую-то едешь. Пока что у нас на 70, по-моему, сложность была, да, насколько помню. Но мы ее поднимем. Потому что это слишком легко. Наверное, где-то на 80-90 поставлю, и там посмотрим. 70, видимо, слишком легко. Хотя, блин, я езжу пока хреново, какое там легко. Я еще кого-нибудь расхерачу так. И карты никакой нету, трассы. Погнали. Делаем кружочек. Вот сейчас будет тратиться топливо мощно очень. Блин, там челик может мешать мне.
там есть циферки, которые помогают, в принципе, понять, как я еду. И по скорости надо тормозить. Окей, там есть ориентир какой-то. Ну, хорошо, ой. Минуту 12, я еще на 3 секунды быстрее проехал, чем до этого. По-моему, у меня шестерочка тратится, да, здесь. Давай попробуем его обогнать. И типа посмотрим, что будет, как это выглядит у нас. Понятно то, что мы отыграем прям мощно очень. На торможении выиграем знатно. Мы разобрались, 7 минут потратили на ор. Не, мне по-любому на сложность поднимать, я уже адаптировался. Но первый трасса, да ладно. Да, в принципе, и похер. Я не думаю, что меня кто-то догонит, погнали дальше. Next session. Видимо, это финишная сессия. Мы стартуем первыми. Что, в принципе, очевидно. Почему-то мы стартуем с движимой. Нет, кто-то вправо, что ли, едет? Я его не видел. Ну, видимо, да. Окей, у нас 12 кругов, мы должны как-то доехать. Пока что у нас огромное преимущество в сложности, поэтому... Первый круг — это разминочный. Пока что с помощниками будем катать. Потом посмотрим. Вообще, я попытался бы как-нибудь тратить топливо не так сильно. Видели до этого? Ну, потому что десяточку тратить мощно больно. Восьмерку тоже до хрена. А где-то шестерочку было бы неплохо. Сейчас не будем сильно газовать, попробуем так проехаться, они все равно стали прям знатно. Чё я там поломал? Почему мне показывают типа пит-стоп или что это? Еще десяточка, нормально все. Пытаемся держать темп. Небольшой темп, чтобы проехать пит-стоп и следующий круг еще проехать. Я уж не уверен, является это профитом каким-то. У нас второй, кстати, гонщик довольно близко. Мы умудрились проехать довольно неплохо.
Этот круг, вот он догоняет нас. Но он сейчас пойдет на пит-топ, а мы нет. У нас еще 8 единиц топлива. Должно хватить. Вот, в следующий раз мы идем на пит-топ. Там чел, по-моему, тоже не пошел на пит-топ сейчас. Уж не знаю, будет ли он действительно нас догонять. Я не вижу за спойлером ни хера ничего. Где он там, едет он за мной или нет. По три круга можно удерживать, но это надо прям машину не мучить. Он отстал, он прям экономит топливо знатно сейчас. Это нам на руку. Так, заезжаем на пит-стоп, окей. Вовремя. Нам нужно это делать. Я понял. Я тупил. Ну теперь отыгрываться надо. С таким количеством топлива я могу. Блять. Ладно. Я не знаю, как он работает этот. Но нам нужно догонять теперь. Я не в курсе был. Ладно, мы первую гонку можем просрать сейчас. Хотя мы самыми сильными были. Я не знаю, как мы можем топливо только залить. Я думаю, 20 это максимум. Ну ладно. Отыграемся. Надо посчитать, кстати, сколько я могу вообще так проезжать. Что-то я переборщил со скоростью сейчас. Пытаюсь отыгрываться. Но они явно медленнее, это видно. Лидер капец далеко. Возможно, он будет заезжать на пит-топ. Это будет на руку тоже. Какой-то круг-то, блин, четвертый только вижу. Надо бы посчитать, сколько, если у нас семерочка. Ну, должно хватить, да, окей. Такое количество топлива должно хватить до финиша. И у них, наверное, тоже самое. Короче, на траве. Окей. Ну, пытаюсь быстрее, зря это делаю. Мне бы шины посмотреть, где там у меня. Это не то. Блин. Ага. Что-то написал про один круг для стоп-рейди. Мне нужно было остановиться где-то, что ли? Заехать на пит-стоп, пенальти отстоять.
да, вижу. Заедь на пистоп для... Финать ставим, понял. Блин, а сколько я там буду? Конечно, печально. А то дисквал схвачу. Да, в принципе, какая разница, я уже не собираю никого. Все, погнали. Десять секунд. Ебать, я не отыграю это. Окей, ладно. Половину трассы я-то не отыграю. Ебать, серьезно? Ладно. Очень удачный первый гон. Прям капец. Но я познавал мир, как бы, скажем так. Поэтому ничего страшного. Это очевидно. Десять секунд, блин, капец. Не, ну если бы было кругов 30, блин, я бы смог эту херню отыграть. Вот так, блин, это пиздец. Наверное, пока сложность, может быть, и не стоит его поднимать. Не стоит поднимать. Мы не знаем правил, возможно, еще что-то обнаружим. В принципе, что да. Как же все печально. Ну, такое ощущение, что мы немножко догоняем их, но это очевидно тоже, мы намного быстрее. Но такое ощущение, что нам одно из последних мест обеспечено, мы просто не сможем обогнать всех. Здесь негде обгонять-то, и трасса очень малюсенькая. Но мы отыграли вот поворот как раз. Надо пораньше там тормозить. Ого, я 16-го догнал. А, не на пикстопе. Вау. Он, наверное, внутри сейчас находится. Нет, я обошел, все, окей. Ну мы, кстати, и тех догоняем в целом-то. Блин, ну правда, три круга. Нет, тут это печально все. Здесь надо раньше тормозить, чего я забываю вечно. Здесь не чувствуется как будто поворот. Не, если я сейчас буду бежать на пит-стоп, у меня огромные шансы.
нет, нет, они не заезжают на пидстоп. Почему-то эти двое доехали, не понятно почему. Нахера. Есть такое ощущение, что мы близко. У меня, возможно, с шинами проблемы, кстати. Я просто не помню, как посмотреть. А, ну да, есть такое. Но мы доедем, мы не будем лежать. Мы все равно догоняем. По смысл. Главное, чтобы не лопнули. Выехал в пит-стоп, походу, да? На трассу вышел, да. Ну, блядь, они плохо едут, да. Тихо. Ага, подскочил. Так, я второй, ё-моё. Там еще один круг всего лишь. Я дотяну, думаю. Очень плохо тормозят. Очень плохо тормозят. Топлива, кстати, да, маловато тоже. Но хватит, хватит. Как я и говорил. На обгон! О! Очень тяжело машина управляться начала. Это чувствуется. Но мы его уделываем все равно. Против людей или более тяжелой сложности вряд ли бы вышло это сделать. С другой стороны, у меня был один пит-стоп, а у них несколько. Обалдеть, это победа. Это неожиданно. У меня колесо лопнуло? Что-то звук был. Не, все нормально. Это первая победа здесь. Так что, все? Да, получается так. Я сейчас скриншоты поделаю. Мы же проехали, все. Плюс 2 секунды, мы выиграли, как бы, да? Финиш сессион. Вот такие вот дела. Вот такая первая серия, да, через трудность, через боль, но мы все равно выиграли. Ну, понятно, что мы на легкой сложности играем пока что. Первый сезон такой сделаем, потом повысим, как я говорил. Да и даже нет, мы повысим в следующем. Вот в следующей гонке повышу сложность, потому что, ну, это скучновато было. Вот, на сотку, может быть, даже поставлю, чтобы средний, понимаете, потому что там 200 можно поставить, вот. Я поставлю соточку, наверное. Вот так и будем играть.
Всем спасибо за просмотр, ставим лайки, подписываемся на канал, оставляем комментарии, заходим в группу, там скриншот обзора саундтреки, ну и как обычно, всем спасибо и всем пока. Короче, я просидел часа три, наверное, херне, и все, что мне нужно было сделать, это переопределить газ, походу. Надеюсь, сейчас проедем дальше нормально. Я тут сделал вот такую вот херовину, короче, вот тут руль. Вот здесь вот клава, в которой там, по идее, передачи переключают, всякие настройки, которые можно включать и так далее. Это монитор еще мигает. Вот. Пистос. Просто пизду. Окей, ладно, давайте мы попробуем просто сейчас. Во-первых, Resent Event сделаем, потому что у нас херня была какая-то. Так. И погнали, попробуем кружочек проехать, сейчас посмотрим. Я пока что врубил, короче... как его называется-то? Автопереключение передач, потому что я не смогу так пока что. Потом попробуем врубить обратно. У меня нету педали, которая делает, эмулирует, точнее, этого... Как ее? Сцепление, вот. Я ее сделал на кнопку, но это херня полная. Я как бы стартовать не смогу. Там же нужно как стартовать? Отпускать сцепление. Потихонечку. И нажимать газ. У меня нет кнопки педали этих. У меня две педали. И я не смогу это эмулировать никакими другими кнопками. Единственный вариант — это джойстик подключить, но это маразм. Как я это сделаю, вообще без понятия. Вот, поэтому пока что будем так играть. А там посмотрим. Пока что будет все плохо. Возможно, даже с первым чемпионатом мы и не пройдем. Вот, придется два проезжать, возможно. Ну, вроде приспособился более-менее, но запоминать трассы надо. Это прям проблемка будет, конечно. Топливо за два круга кончается. Зашибись, блин. Ну, может быть, в гонке будет по-другому, но пока что это печально все. Сразу говорю, это у нас на канале первый сим-рейс. Из таких подобных игр я начинал играть в Assetto Corsa, ну там пиздос. Меня разносило вечно в разные стороны, и это хреново. Хреновый знак, конечно, естественно. Тут куча помощников порублено на данный момент. Возможно, придется два сезона пройти, тут 8 трасс. Даже нет, не так. Мы пройдем сначала с помощниками, потом попробуем вырубить многое. И будем учиться так проходить. Вот такое вот дело. Окей, в принципе, норм. Мы проехались. Давайте next session запустим. Это у нас квалификация, получается, да? Ну, погнали. Попробуем время показать какое-нибудь. И, может быть, даже получится что-то проехать. Вообще, я не знаю, что меня не штрафуют здесь. На питлейне нельзя ездить со скоростью 80, там 60 нужно. Я очень надеюсь, что у меня будет время хотя бы какой-нибудь там топ-5. Квалификацию. Мы сегодня попробуем пройти одну трассу. Ну, сами понимаете, это далеко не хорошо получится. О, пожалуйста, блядь. Ясно. Это как раз тайминги торможения. Это я упустил. Возможно, даже педаль не нажал тормоза, потому что у меня она поднимается, у меня там пружина другая стоит. Ой, пиздос.
Вот он, если бы он так вот сделал, меня бы город внесло. Но вообще это не круг. У нас следующий должен быть круг. Вот он, круг временной. Это очень плохо. Я не знаю, как его приклеить, что ли. Ну, плохо, что-то говорить. Эх, дай траекторию удерживать, но это печально все выглядит пока что. Вот я опять траекторию сбился. Ну, в принципе, видно идеальную траекторию, как ездят автомобили. Вот это где-то темнёрное, значит, там шины катали много. Минута 15. Пока что первый. Ну, там сейчас еще один круг проедем и запросим пидстоп, наверное. Если хватит вообще топлива. Блин, у нас 4 из 0. То есть два круга, блин, серьезно. Тут нет никаких ориентиров, где я должен тормозить, это хреново. Вот там в том повороте вообще непонятно, никаких поребриков, ничего нету. Я не знаю, где тормозить там. Вообще зря поехал, в целом, нахрена. Нужно было заправиться и еще раз ехать. А, ну кстати, сложность можно повышать, как мы видим, походу. А, все, топлива нет, кстати. Помни сделать с рулем, чтобы он не катался. Все равно катается. Надо толду намочить. 7 минут 14. Но пока что это все печально, потому что если руль будет так кататься, это ужасно. Могу еще попробовать прикрутить, но он и так уже на мощность пика. Видимо, я могу повысить сложность. Но давайте первый круг пока так проедем. Там посмотрим. Черт. Все равно крутится. Ну, блядь, я не знаю, что с этим делать. Эти присоски не работают. Они работают? Или нет? И понятно. Вот чем прихерачить. А почему нет, кстати? Где мой скотч? Ну это пиздец, конечно. Так, 8 плюс 7, 15 минут еще осталось. 6 секунд.